Удивительное зрелище создала природа в провинции Шаньси на севере Китая. Соляное озеро Юнчен называют китайским «мертвым морем». Недавно необычные для этих мест погодные условия образовали здесь вот такую картину. Поверхность озера покрылась кристаллическими соляными цветами. К озеру тут же устремились люди, чтобы полюбоваться. До того, как я сюда пришел, я думал, что тут будет все белое и плоское, как снег. Но потом обнаружил, что тут цветы. Выглядит как море миробелитовых цветов. Это так красиво. В прошедший сезон дождей в этом регионе осадков было меньше, чем обычно, и воздух стал более сухим. Из-за этого концентрация соли в озере увеличилась. Несколько дней назад температура здесь опустилась до минус 10 градусов, и в результате на поверхности соленой воды образовались уникальные причудливые кристаллы. Озеру Юнчен уже около 5000 лет, его площадь составляет 132 квадратных километра. Содержание в воде соли варьируется от 25 до 30%. Летом люди со всего мира едут сюда лечиться. По оздоровительному эффекту местные воды и грязи сравнимы с израильским «мертвым морем». Вода также не дает человеческому телу утонуть, а в грязях содержится около 20 питательных элементов.